Итак, императивы у нас, так скажем, Красной Поляне. Вот так ты идешь. Страшно. Настя, тебе страшно? Подними голову. Сюда поворачивай. Сюда? Ага. Спасибо, спасибо. Вот такие, знаете, если можно стать обеденные зоны. Все довольно-таки неплохо. А, это какой шатай? Осторожно. Дочь ниже опускай. Чуть подальше закинь. И дальше, да, дальше. Прям за конечек, бери за конечек, у тебя далеко получится. Да, и раз, вот, да. Ниже опускай, ниже, ниже. И не смотри на рыбу, смотри на кончик рыбы. Ой, на кончик трески. Ну и вот здесь мы оказались, да? Очень красивое место, очень красивое. И мы тоже очень красивые. И, как говорится. Итак, всем огромный привет. И давайте сейчас мы посмотрим все-таки, как мы порыбачили с Настенкой, да? Вот здесь вот такая красотища. Скажи, пожалуйста, моя царевна лягушка, да, меня зовет. Что тебе больше нравится? Горы, море или вот эти горные речки или рыбалка? Что тебе пока больше всего понравилось? Горные, все очень. Да, вот, все очень красивые. Сейчас искупаемся. Скажи, как ты сегодня порыбачила? Отлично. Покажи, какими ногтями ты насаживала наживку. Вот такие ногти. А это у нас реклама Орехова Зуева. И в целом довольно-таки было все неплохо и комфортно, да? Да. Еще приедемся как-нибудь? Еще будет рыбалка.
В общем, здесь нам рыбалка понравилась, она так бьется, да, хорошо, такая прям бойцовская рыба. В общем, вот так вот. Ну и здесь мы вот с вами немножечко вот оказались в таком месте, очень романтичное. И могу сказать, что я рекомендую вам съездить на рыбалку, да, пускай это $25, ну она стоит того, да, на сегодня? Дороже? Нет, вроде $25 человек. Не знаю, за какой платил, но в общем здесь классно. Еще остался аквапарк, поэтому все это мы снимаем для вас. Пока. Да, боится. Хочешь сюда? Конечно, хочу. Да, конечно, нет. Нет, красивый. Утверждаю, что я пришел, но я не похож на вас. Давай, что ты боишься, давай. Давай, на все, я тебя хорошо. Давай, давай. Давай, 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 давай. Ну что, Настен, как тебе здесь? Ой, вообще. Что тебе больше всего понравилось? Купаться в речке. Звереныши. Еще рыбу ловить. Ну, короче, все. А верблюдики? А верблюдов я боюсь еще больше, чем козлов. Ой, хочешь идти вверх с верблюдами? Ну что, всем привет! А Настя тихомолку кушает, да-да! Вот такая еда, мы находимся с вами на рыбалке. Вот смотрите, у нас здесь вот там есть речка, да? Здесь у нас вот такой водопадик, извиняюсь, что здесь там сделал. В общем, все красиво, все эстетично. Ну скажи, тебе понравилось или лучше да. бы нам, или мы лучше бы на пляже отдыхали? Нет, здесь. Не, серьезно? Здесь, я бы не каждый день отдыхал. Каждый день здесь отдыхал? Здесь же моря нету. Есть речка, вообще классная. Тебе в речке понравилось купаться? Да. Мне тоже, да? В душ надо ходить, да, после нее? Вот. Как тебе еда? Ну как вот, если, например, кто-то, твои ровесницы смотрят и думают, ехать на рыбалку или не ехать? Что ты считаешь? Что ты посоветуешь девочкам? Что ты посоветуешь вот мамам? Что ты посоветуешь? Понравится им или не понравится? Конечно, понравится. Девочкам, мальчикам, всем бабушкам и дедушкам понравится. Даже самым маленьким понравится. Там горки где-то были, бассейн. А вот если ты выбирал между рыбалкой и аквапарком, что бы ты взяла? Ну, я в аквапарке еще не была пока, поэтому пока рыбалка. Потом съездим в аквапарк и посмотрим, что лучше. Все ясно. Ну что, давайте покушаем. Дочка говорит правильные вещи.